Одесский баскетбольный клуб «БИПА» принимает Харьковский политехник. Второй матч в новом сезоне начался с активной атаки одесситов. После предыдущего провального матча с «Химиком» из Южного запал игроков «БИПы» можно понять. Суперлига «Полиматч». Команда «БИПа Одесса» проводит второй тур у себя в родных стенах на своей баскетбольной домашней арене. И мы принимаем команду из Харькова «БК Политехник». По результатам матча игроки клуба «БИПа» уверенно обыграли команду из Харькова. Счет 92-82 в пользу одесситов. Но эта победа не повод расслабляться. В этом году все команды значительно усилились. Идет тенденция того, что с каждым годом тот уровень, который когда-то упал, он все идет выше, выше. То есть и Федерация баскетбола Украины поднимает планку для клубов. Ну и сами клубы стараются соблюдать эти новые тенденции, чтобы качественно преподносить публике именно вот этот командный вид спорта – баскетбол. Следующий матч 8 октября одесситы проведут в гостях и сразятся с баскетбольным клубом «Днепр». 13 октября состоится домашняя игра против команды из Запорожья.